Всем привет, ребят, с вами Хэдди, и мы продолжаем проходить Styx Master of Shadow. Так, и у нас тут двое ищут. Так, нам надо бы... Нам надо вообще сваливать бы отсюда. Потому что нас, черт возьми, ищут двое стражников. А ножей метательных у нас уже нету. Так, мы теперь умеем становиться невидимым на время. То, я думаю, нам может облегчить жизнь. Так. Вот интересно, если я сейчас прыгну сюда, вот он сумеет допрыгнуть до туда? Или же нет, сейчас этот лучник у нас уйдет. Не сумеет. Тут никого нету, тебе показалось. Блин, почему же Styx у нас так плохо прыгает? С одной стороны, он прыгает очень даже очень хорошо, с другой, он прыгает очень-очень плохо. Блин. Меня просто-напросто пристрелили, ребят. А, господи, интересно, где у нас сейчас будет захоронение-то? И да, все проблемы, кстати говоря, в том, то, что... Черт возьми, блин. А, тут нет такой вещи, как, ну, контрольные точки и тому подобное. Все-таки приходится именно делать быстрое сохранение самому. А, великолепно. Начали вот отсюда. Не, реально, какая-то игра, блин, странная, она реально, у них текстурки хреновые. Хотя все на полной стоит. И ведь это CryEngine. Но знаю я все насчет того, что можно становиться невидимым. Проходит перед самым носом врага. Давай, вали уже. Ну. Так, или же они так и будут, ну, тут так торчать. Типа намек на то, что попробуйте новую способность. Блин, вы издеваетесь. Ах, ладно. Юзаем янтарь и проходим мимо них. Так, сейф. Блин, это половина запаса у нас жрет. Офигеть. Слушка драйт пол. Так, лукарь, да? Я постоянно забываю то, что он перемещается за угол, а не к следующему укрытию. Блин, мы перемещаемся за угол, и в следующем укрытии надо запомнить бы это. Да, сложновато играть гоблину. Сложновато. Не, там ничего не было. Вам показалось. Зрение хищника. Так, никого нету, да? А, не,
смотри, там нас двое стоят. Не-не-не, продолжайте драить пол, миссис Смит. Так, забраться некуда, да? Блин. Как-то вас многовато тут, не находите? Да. Умирать я буду реально много в этой игре. Реально такое ощущение, что все сделано для того, чтобы мы именно проходили под инвизом. Ладно, или же я вообще не понимаю, как это надо проходить. На минимальный уровень, поэтому все можете создать клона или применить янтарное зрение. Да, ну и, конечно, я в прошлый раз просто-напросто вовремя тут вылез. Такие рыцари, блин, с кинжалами ходят. Меч-кинжал. Я же говорил, для того же. Для его же блага ему следовало молчать. Да. О, у этого что-то у нас на поясе было. Добрый день. Класс. То есть они спокойно могли нас нашли. Крутый, что же мне это делать? Убить его, отбежать в сторону, выпить янтарь и пробежать по-тихому. Почему мы не умеем быстрее бегать, блин? Стикс! Ага. Еще вот этот дурацкий автоприцел, который постоянно срабатывает, когда к нам в лес подбегают. Я к нему даже отбежать, кстати говоря, не могу. Теперь-то мы по-тихому ведь прошли. Слава богу. Сейф.
немного суховато вокруг. Ну, наконец-то мы добрались до убежища. Блин, слушайте, довольно сложная игра. Найдено трупов, оставлено в живых 87 человек. Потревожено врагов. Знаки, тень, ни разу не поднял тревоги, жалость. Ни одного врага не убито, пройдено. За 18 минут вор собраны все жетоны. Охренеть. Нужно украсть реликвию. То есть мне надо еще искать, где реликвия должна находиться. Окей, ясно. How long have you been hiding in the atrium? I stopped counting long ago. Long before coming here. It gives me a headache. So you weren't born near the World Tree with the elves? It's not there that they made you. No. I wasn't born in the Amber Lake. On the other hand, you could say that it was there that I died. Sort of. It goes back a long way. At the time... Don't waste our time, dog! I imagine in the cesspit where you come from, this cell could pass for an elegant lounge. So let me dispel that misunderstanding. You're not at the embassy of Akanash, and I didn't invite you here for tea and sympathy. You're in prison. And you're going to tell me, without any nonsense, how you counted on getting your hands on the heart of the tree. Then, the executioner here will take you to the laboratory and store your body in separate jars. On that point, you were right. It is here that you will die. Did I say that? Well, it's very simple. The first part of my plan was to find my bearings in your tower. And the only one who knows every corner of your hovel is the one who built it. The architect. Your old friend, Querberus. But what a great plan. What a pity Querberus mysteriously disappeared once his work was finished, isn't it? Oh, really? He disappeared? Ah, now that's unlucky, isn't it? But no matter. Because our dear Querberus did not disappear without signing his work. Apparently, he left the complete plans of the tower somewhere inside the Akanash library. And everything is there for the one who knows how to look. So I said to myself, hey, Rakash, you're gonna move your butt, find that library, and dig us out the secret plans of the atrium. Sticks! Welcome home! I'm upstairs if you need anything. Так. Ничего себе, у них тут канализация. Где можно прокачаться? Клетки? Клетки даже. Оскан. Что, пройти задание заново, но что там? А, навыки. То есть тут можно повторять задание заново. Блин, я так хочу, чтобы оно упало и разбилось. Ах, ну тут зажег факелы. Ненавижу факелы. Ага, а, собственно, на С мы можем пригинаться. Ясно, все ясно. Not a bad hideout, Oscan. It's dripping with just enough moisture to save me from getting parched lips. Кинжалы. This might sound strange. Can you remind me how we met? You're right. It does sound strange. You must have taken a nasty blow to the noggin. It's lucky we met, especially for you. You wanted to know some stuff, and I wanted to recover some stuff. You're good at stealing, I'm good at dealing. It didn't take long to come to an understanding. That's how it works in the bowels. Yeah,
It's coming back to me. I think. Listen, I gotta get to the Akanash archives. Any idea of the best way to get there? The library, eh? I can show you the way through the sewers, yeah. But what can someone like you do in there? I know it's none of my business, right? I'm looking for a map of the atrium. I can't always rely on the guidance of a blind old man. The plans, eh? In that case, one of my men, Hector, a copyist, could be your guide in this labyrinth. And how do I find, what's his name? The marks. I'll tell Hector and he'll leave some for you. You just have to follow them. Understood. And while we're on the subject, you know a safe way out of this tower? When I'm done here, I don't plan on hanging around longer than I have to. You want to leave the atrium? You could hop on an airship, but you'd still have to know when one is leaving. It can be months before the order is given to send one. So, who gives the orders? I don't know. It's paperwork. It's irritating, you understand? I don't like to strain my eyes. But I happen to know that all the signed orders are stored in the transport office. You could forge one to suit your plans. I'll try it. Thanks for the info. Well, I'm off. Oh, wait. If you wanted to thank me, you could maybe bring me back something from the library? Go on. I've heard that a renowned treatise on alchemy is hidden there. The kind of book that's so radical that it was placed under a glass cover. Good. If I find it, I'll bring it back for you. See you later. One last thing. You're the rough and ready type, aren't you? If I were to ask you to eliminate someone for me, would you do it? Quietly? Without making waves? You're starting to ask a lot. If I do it, it better be worth it for me. Don't worry. I fully understand that my eternal gratitude will not suffice. Anyway, in the docks, should you cross the path of a laborer called Godbert, make sure he has a little accident. I didn't appreciate it. Enough with the life story. We do some business, that's fine by me. As long as you pay. See you later. Well, let's go to the embassy. Можно посмотреть набранное ПО, походы игрочки, выбор предметы, которые пригодятся в следующем задании, и освободить украденные реликвии. И наконец, здесь вы можете заново загрузить уже пройденные задания, чтобы набрать побольше очков навыков. Так, наконец-таки, навыки. У нас есть 65 навыков. Скрытность, ловкость, клонирование, янтарное зрение, снаряжение, убийство и хищник. Как понимаю, хищник мы пока что даже прокачать-то не можем. Ну-ка, убийство. 40, 60, 70, 90. Находясь в укрытии, если враг под вами, пока висите, цепляясь. Прикольно. Это снаряжение. Опытные коллекционеры, вы можете легче обнаружить коллекционные предметы. Куда смотрит противник? Засада. Ваши клоны искренне схватят врага, а затем вы сможете убить или просто пройти дальше. Блин, тут реально довольно полезные вещи. После взрывов клонов увеличивается вдвое. Дымовая шашка. Ловкость, что дает бесшумное приземление. После жестких любой гоблин при приземлении вы производите меньше шума. Мастер отступлений. Нужно меньше точности, чтобы успешно уклониться от атаки. Меньше точности, на которую можно метать кинжал, увеличивается. Блин, я даже не знаю, что лучше прокачать. Быстрое восстановление половины янтаря, который вы выпили, чтобы стать невидимым, возвращается. Вот это прикольно. Мастер невидимости.
Блин, но вначале, наверное, давайте вот эту мы... А как это качать? Да, освоить этот навык. Время действия увеличится вдвое. Нет, пожалуй, нет. 60 очков нужно. Флакон жизни, флакон... А, три флакона с кислотой. Вы можете забрать их между заданиями, мастер янтаря. И вот это, наверное, возьмем. Итого у нас осталось 5 навыков. 5 очков навыка. Так, пройти заново. А вот туда у нас отправиться на новое задание! Да. Даже тут я умудряюсь сдохнуть. Да что ж такое-то? Так, мне опять надо прокачиваться, надо. Черт. Да, тут ведь надо реально думать, куда ты ставишь свою лапу. А, ну да, мы же ведь можем-то перерезать всякие веревки, всяким люстрам. Он янтарь по капельке, но у нас отнимается. Я именно мы используем даже янтарное видение. Ну что ж, пойдемте на следующее задание. Атриум Акин. Гигантские тараканы, которые мутировали от контакта с янтарем. Слепые, но очень хорошо слышат. Охренеть. Гигантские тараканы. Well, according to Ozcan, the transport office is at the center of the embassy. Distinguished diplomats, you will have a surprise invitee at the negotiating table. Да уж, гигантская, конечно, башня. Улететь тут можно за просто так. Дверь закрыта. Так, люки, чтобы спрятаться. И люди, от которых надо прятаться. С таким тихим хрепом голова у нее ломается. Ой, рука выскочила. Блин, не стать мне мирным. Черт. Одно из испытаний не пройти. Потому что я всех убью. Ну ладно. На самом деле я не собираюсь именно идти так, то что... ну, стараться никого не убивать и тому подобное. Если они будут мне мешаться, то придется их убить. Какого черта? Например, сейчас. Жалко, его приманить нельзя. А кинжальчик тратить мне неохота.
этого никто не услышал. Монетки, монетки, монетки. Такс. И... А, вот. Нет, я думаю, по карнизу. А зачем нам это вот это место нужно? С прыжками. Нам же тут не допрыгнет, блин. Здесь только, может, бегом. Такс. Куда мы можем? Блин, ну вниз опадать это будет крайне опасно. Нам вот на эту платформу и дальше поверху. Ну ладно. Это был мой тайный план, чтобы запутать вас. Чтобы вы не знали, как мы поступим дальше. Черт, я упал вниз. Shut up, would you? Воу-воу-воу! Блин! Да уж. Так, что мы имеем тут? Тут мы имеем просто-напросто грозный проход. Блин, случайно взял, упал. И вот теперь я тут. Надо нам наверх. Да вот не покажусь я вам, не покажусь. Да. А и, конечно, тут так себе. Но зато замечает быстро. Так, там у нас человек наверху. Тут мы, блин, на день пройдем. Away like a new whore's bed on payday. I can't think. Так, помост. Отлично. Тут у нас ничего. Тут у нас есть замечательный выход. Посольство, Голдберт и посольство. О, у нас есть, оказывается, даже карта. Хе. Слушайте, прям как в Оре. Теперь у вас есть снаряжение, вы готовы приступить к выполнению своего плана. Чтобы преодолеть лабиринты и добраться до сердца дерева, нужно добыть планы Атриума. Оскан, этот старый козел, утверждая, что они спрятаны в библиотеке. Судя по всему, туда проще попасть из посольства, которое находится рядом с посадочной площадкой. Это будет нелегко, но если действовать осторожно, то вы сумеете проскользнуть мимо тупоголовых стражников. Все равно они уже накачались янтарем и кайфуют. Убейте Годберта. И избавьтесь. Хм. Зона реликвий крематорий.
интересно, интересно. Убейте Голдберта, избавьтесь. Ну что ж, пойдем к Голдберту тогда. Эй, Голдберт. I've been waiting for my little delivery a week now. It's coming, be patient. Tomorrow without fail, I'll have the goods. You better, Godfrey. You better. Так, где там у нас идет-то? Ой. Да уж, янтарь. Не, вы меня не видите. Here we go. One troublemaker less. I just have to get rid of the body. Do we throw it in the vacuum, or do I put it in the closet? Блин, еще трупак с собой таскать не придется. Ах. Можно я трупак просто возьму и скину вниз? Что-то ведь никто не смотрит. Ой, кто-то вниз улетел. Блин. Слишком низко он улетел. Годберт, полетай. Дополнительная задача 30 очков опыта. А зачем вам люди тут в факела? Ведь у нас день же. Так, посольство. К посольству. Что это значит? А можно ведь было и поверху пройти, да? Как у нас там можно забраться? Так, прыжок. Ухватайся, блин. А, Стикс. Давай, дружище. Эй! Стикс, какого хрена? Ух, дирижабли летают. Так, думаю, тут у нас будет безопаснее все-таки пройти. Не допрыгнул. А, нет, допрыгнул. Да никого там нет. Тебе кажется. Так, нам наверх. Конечно же, тут у нас нет пути, как пролезть. У нас просто-напросто полно стражи. Ох, блин, в какую задницу я еще залез опять? А, окей. Это довольно тихо было. А, отлично.
то можем снять кинжалом. Слушайте, я да, реально, по-моему, за то, что я использую так вот зрение, не даю ему полностью, по-моему, выйти. У него тратится янтарь. Ох, извини, чувак. Ну, а ты просто стоял не в том месте. Забрать кинжал не получится, да? Жалко их вот привлекать чуть нельзя. Типа, пс, эй, сюда посмотри. И тому подобное. Так, сейф. Кого там нет? Так, вот интересно, на карте мы вообще отражаемся? Вот она пристань, атриум. Атриум, а где у нас атриум? Хм, хрен знает. Так, тут мы были, так мы пробрались, сейчас мы, по идее, вот тут вот, да. Да-да, ты ошибся, вали отсюда. Вали, вали, вали. Сколько же вас тут, а? Блин, этот там сейчас прется. Так, сейчас он повернется к стене, а быстро надо уходить. Фух. Someone there? Wait. Как вы, блин, все не вовремя, а? Как же вы все не вовремя? Are you ready for troop inspection? It's coming soon. Fuck, I got my weapon so sharp this morning that I cut myself shaving with it. And so you look like a prick, just in time for inspection. Well done. Oh, here we go again. Что за принц? Можно я его убью? Hello there. Don't let it get away. I'll be sorry if I find you, you little green skin. Сами вы гринскины. Оу. Это хреново. Блин, слишком их много было. Так, нужно гоблин пройти мелким. Хотя, может быть, кстати, времени. Are you ready for troop inspection? It's coming soon. Fuck, I got my weapon so sharp. Я случайно, я случайно. Я сам разбился. Я думал, сейчас он запрыгнет на край и повиснет там, но не заберется на него. Are you ready for troop inspection? It's coming soon. Fuck, I got my weapon so sharp this morning that I cut myself shaving with it. And so you look like a prick just in time for inspection. Well done. Oh, here we go
Какой смех у него противный. What? Вот сейчас мы залезли очень даже нормально. А, ну сейчас тут они у нас пойдут. А нам куда? Посиди тут, ладно. Что, что, кого ты там увидел? Блин, ну ладно. Разбился, но и пофиг. Отдохните пока тут. Блин, а что же мне с этими тремя-то делать? Блин, тут крайне хреновое место. Похоже, только дракой можно пройти, да? Или же вызвать своего клона и что-то с ним делать. Зря ты проснулся. Поспишь навеки. Точнее, уснешь навеки. Кто-то трупак заметил? Да блин! Ай! Это идиотская система боя, конечно. Зараза, в последний момент меня заметил. Можете ходить от ударов с помощью кувырков? Ну да. На самом деле я уже знаю, как этого надо мочить. Просто надо выждать, он сейчас пойдет к нам, мы его прирежем тут за углом. Так что делать с теми двумя тогда, я не знаю. У меня тут два ножа бы. Если по-тихому их убить. Это было немного странно, согласитесь. За мной. А меня там уже нету. Сам трус. Я просто жить хочу. А их, кстати, до сих пор трое. Неудобные бои, неудобные. Чё, внимание, чем? Как? Он, конечно, стать невидимкой, добраться до шкафа, забраться в него. Oh, shit!
На какой перекатывался, черт возьми? Отравлять воду пищу, что? Прячься, идиота кусок. На это хочу спросить, а где второй? А ты позови своих подружек, а? Блин, я и так близко был. О, господи. Это игра. А, великолепно. Просто великолепно, я в это урезался. Ну вот последние минуты, это идиотизм, то что... Дымовые шишки. Это идиотизм, то что... Враг тебя замечает, и все, ты от него отойти не можешь. Тупость. Чуваки, смотрите, трупак. Sorry if I find you, you little greenskin. He's been killed. Давайте вы туда тоже пройдете, а? Alright. Давайте, давайте, бегите туда. А, тут книга не говорит, то, что надо удерживать, чтобы открыть. Хотя, господи, пока он там мурками машет, я могу спокойно уже вскрыть замок. Ну что ж, на этот раз, блин, убийств поменьше. Что ж. Уменьшается, если я бегу. Ясненько. Будем иметь в виду. The transport office shouldn't be far. If I can get away on an airship, I'm grabbing it. Ну что же, мы добрались до посольства, ребят. И давайте на этом, собственно, моменте и завершим нашу сегодняшнюю серию. Блин, мы потихоньку учимся играть в Стикса. Так что, более-менее, мы уже меньше умираем. Но в любом случае, ребят, с вами был Хэдди. Ставьте лайки, подписывайтесь, зовите друзей, комментируйте видео. И делайте добрые дела. Ну а мы с вами увидимся уже в следующий раз, ребят. Всем пока, до новых серий и до новых врывов.